Красная буренка Шевалдин Виктор, спортивная школа «Строитель». Ему 15 лет, боксом занимается 2 года. В ринге провел 3 боя, потом одержал победу. Тренируется под руководством Антипова. Продолжение боя готовится Минулина Адель, спортивная школа «Строитель». Он 2006 года рождения, боксом занимается 1 год. Счет боям не ведет. Имеет 3 юношеский разряд. Тренируется под руководством А. Павина. Победа для боксера синего угла Минулин Антек, спортивная школа «Строитель».
Награждение боксеров проводит директор спортивной школы строителей Халилов Рим Ахмадьевич. За второе место награждается Шибалдин Виктор, спортивная школа строителей. Поддержим боксеров аплодисментами. За первое место награждается Медулин Адель, строитель.